Здравствуйте. Короче, сегодня среда. И мы ведь будем с вами, я вот эту шляпочку одел. Обсудим несколько комментариев. Я вам озвучу эти комментарии. Короче, вчера вышло видео невеселище. Ну, вы поняли, невеселиха — это невеселиха. Но веселая. Да. Как всегда, как говорится, хочешь не хочешь, но невеселиха, она и есть невеселиха. Короче, я, то есть, видео называлось так. Сейчас вам скажу, как называлось видео. Вот. Вам хочется писать гадости, но негде. Я вас понимаю. Я тоже вас понимаю, друзья мои. Писать гадости — это... то есть, как говорится, большого ума-то не нужно. Большого ума-то не нужно. Это как картинка. В таком... Не бачите. Бачите, как картинка. И, короче говоря, вот так вот. Начнем наше обсуждение, обсасывание наших дорогих гадюшников, невеселых и завеселых. Вот. Короче, тут пишет один. Ирочка, извини, что я твои комментарии читаю. Уж вот, то есть, ник такой, уж свободный. Написал 3 часа тому назад. Ирин, все правильно говоришь. Дальше смотреть этого ушлепка становится просто любопытно. Только потому, что... дико интересно, во сколько ему влетит ремонт. А денег у него, походу, точно. Все меньше и меньше. Как он пытается давить на жалость с температурой 37? Это просто... Смех. Как он пытается давить на жалость. Ну что это, куры не спешат нести ему золотые яички. Неужели глаза открываются у всех? И поставлено 10 лайков. Ну, друзья мои, конечно. Тут пишет другая. Ольга. Донецк. Ольга Донецкая. Ирина, откуда столько злости? Не пойму. Благополучная, самодостаточная, удовлетворенная женщина. Здоровая, худая. Ой, при должности все живы-здоровы. Внуки рождаются. Мир над головой. Чего? Чего ты злая, Ирина? От злости болеют. 56 этих. Лайков поставили. И, короче говоря, тут 33 ответа, милые мои. Ирина ей отвечает. Ольга, кому-то нужно быть злым, чтобы растоптать таракана, пока остальные будут визжать, задирать ножки и зажмуривать глазки. Правильно, Ирина, да, ты права. Выпи, пишет. Ольга, вам мне не надоело про злость и болезни писать? У вас это любимая тема. Иногда лучше промолчать. За умную сойдет. Сойдете. 12 лайков ей поставили. Татьяна Черепанова пишет. Раздвоение личности. Ирина и Випе. Ольга Донецк пишет. Ну, отвечает Випе. Мой комментарий адресован не вам, поэтому испаритесь из этой ветки. Возникаете как затычка во все дырочки. Дырочки. Випе пишет Татьяне Черепановой. У тебя кто-то поселился внутри и говорит, не переживай. Я еще вам прочитаю это. Татьяна Черепанова, у тебя кто-то поселился внутри и говорит, не переживай, это говоришь ты. Вера Шумира пишет Ольге Донецкой. Ольга, в личку пишите, а здесь будут писать, кто хочет, кому хочет и сколько хочет. Ой, не спрашивайте разрешения, Хольштейн. Ольга Донецк пишет. Ой. Мечтать не вредно, пишет Ольга Донецк. Ну что вы, Оля, эта Ирочка раздвоилась, из другого аккаунта шпарит. Ольга Донецк пишет, веришь в мире. Еще одна, вы не замечаете, что превращаетесь в невеселый курятник. Вера Шумира отвечает, да нет. Випе пишет Ольге Донецк. Испаришься ты скоро, по-моему, ты себя кем возомнила? ТПшка. Указываешь, кому писать, а кому пройду, дусь по тебе катком. А, нет, подождите, а кому нет, будешь на своем канале. Смотри, пройдусь по тебе катком, будешь плакать подушку, а слиться. Ирина пишет, у задрота, задормяна, курятник большой, даже места мало, уже. Так кого под лупой не разглядеть, там летят сюда в надежде, что здесь их заметят. Понимаете, там-то не замечают, там строчат, и строчат, господи. Ой, злая пишет, вот веселуха.
Ольга Дениск. Перевод мерцающего вуаль пишет. Этой отвечает Ольге. У нее миссия, не мешайте. Вот Рыбки пишет. Ирина невеселая. Это Ольга Донецкая постоянно болезни тебе накликает. Ну, не думаю, что у нее дети не боятся. Давай мы тебе будем такое писать. А то и твоим малышкам прикрой ручек от греха подальше. Злая-злая. Уж прокрутила по 10 раз. Вот это ВП пишет. Это отвечает. Злая-злая. Злой-злой. Уже прокрутила по 10 раз пердёж задармяна. Не развеселила, но мы злись тебе ничем. Здесь, короче, ничем не поможем. Здесь не рыгают и не пердят слюнями. Крат. Не бросают, не хрюкают и не срут на диван. Поэтому, да, скучно вы. К другому привыкли. Ну, друг к другу, короче говоря. Татьяна Черепанова. Похоже, это мерцающий вуаль пишет этой Татьянке. Похоже на то, что текст излагает один в один, как под копирку, стручит соединение мозга одно по ходу. Ой-о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 й
отстаешь, сволочь, от жизни, собака ты такая. Люблю, а это, не, а, Вера Шумира пишет, люблю и ненавижу, наверное. Татьяна Черепанова, перегрестый, изречивается, человек это субстрация, которая читает, ой, питает микробу и поддерживает жизнь. Во как ишь, девки, семечки тыквенные, рекламка такая. Не тыкви и тыквой будешь, вот, милая, это реклама. Выпей, кому ты шепчешь, я сего редко смотрю. А сейчас и в комменты не захожу. Их там куева туча, не перечитаешь. Так что не ссы, трусы. Ой, бля, господи, друзья мои. Вот я читаю вот эти комментарии. Вот, Татьяна Черепанова. Ну, молодец. И почаще руки мой. Строгая гигиена, залог успеха от самоизражения. А прогресс ты мозгу могу посоветовать отличную книгу. Философскую, можно сказать. Хочешь? Ой, а, любишь книжки читать-то? Книжки читай, дорогая ты моя, Татьяна Черепанова. Да, читай, это пишет Выпи. Выпи пишет, злой-злой. Я только чужие могу, и не только нассать. Мне и интересны твои похождения. Вы все вы, курицы, открещиваетесь от задармяна. Никто не смотрит, не шепчет, не шлет донаты маленькие. Маленькие ручки, да. Ой, ты можешь чужие трусики, ах ты проказница, проказник, а может ты мужчинка, а я с мужиками по-другому разговариваю. Ой, я не курица, я злая. Ой, ты злая, вот это бей, бей. Вера Шумира, а, армянский ждун, а, этот, ник такой армянский. Вот. Ахаха, бля, Верунчик, ты давно гавкать научилась. Ты посмотри, прям голос подавать начала. А как же вылизывание поп всех подряд. Была такая миленькая лохушка. Я тут крутым девкам прицепилась, а тут к крутым девкам прицепилась, только поезд ушел. Ты уже не школьница, подружка наша. Злая-злая пишет, армянский ждун. Ждун. И кого же ты ждешь? А кого? Злая-злая пишет, пумпы, крысты и сетки. Но ему еще нужно достичь нужных габаритов. Ждун, это злая пишет. Ждун, тебе долго ждать. Пока, доброй ночи. Злая-злая это пишет. Ой, Юля Дворцовая, Ольга. Вы про Шуру ничего не слышали? Это много местное чучело. Пизжит он и новые жопы открывает, сколько свой канал и будет бэдэть за себе. Шушера, она же Шумира, 135 кг. Она же Адамянская Голтверка, типа прозревшая симфоличи, очи-бочи. Вот, ну тут, короче говоря, дофига такая ветка большая. Читай, не перечитаешь, друзья мои. Ну, читай, не перечитаешь, ладно, друзья мои. А, вот последний комментарий Вера Шумира пишет Юльке. Дворцовая, а с какого потолка 135 кг? Я же дала нужный совет. Беги, Дворцовая, беги. Ой, ладно, ну, милые мои, яичко по полю катилось, и нечаянно мышка провалилась. Провалилась она нечаянно. Жила, понимаете, она не так нечаянно, друзья мои. Ну да ладно, милые мои. Ой. Если вам понравились эти комментарии, мы продолжим в следующей передаче, в следующей программе. Ой, обсасывание комментариев Юльки невеселихи. Невеселиха. Ой, голоса нету, друзья мои. Ой, поорал немножко, простите меня, Господи Иисусе. Все, пока, милые мои. Любимый, ой, шляпку перед вами бросаю. Киньте мне донатику, как Самвелу Адамятику. Все, люблю, целую, обнимаю. Только пусто, милый мой. Пока-пока. Ой, любимый мой, счастливо. Ой, чё ха-ха, чё хихи, я тоже хихи могу. Все, пока.